за дело. Совсем ничего? Ну, ладно. Как у него рука поднялась на отца? Невероятно, правда? Ну да, мы знаем лишь одну половину истории, но все-таки, это же отец. Да, я на тебя иногда злюсь, но ведь... Да ну? Бывает, иногда, немножечко, но я бы не ударил тебя в спину. Да, это вряд ли. Что это там внизу? Эти разбойники не желали видеть гостей. И как нам войти? Надо как-то поднять ворота. Может, водяное колесо? Я так думаю. Заблудились? Нет. Что это?
Кто это? Когда ты злишься? Что? На меня. Когда? А, ну... Когда ты говоришь, что я чего-то не могу, а я могу. Человеку сложно признаться в том, короче, что короче, я понял. Я мелкий. И где может быть этот камень? Прости, не могу! Сами!
Атрей, ко мне! Я иду, иду! Сын? Слушаюсь. Новая метка. Неплохо!
там случилось? А вот и сын. Того призрака? Как ты узнал? Вот знак. Такой же был на кинжале в спине его отца. Он своего добился, но удержать не смог. Они его предали. Подлость рождает подлость. Видимо, команда не ужилась с тем, кто убил своего отца. Он думал, что готов вести, и заплатил жизнью. Похоже. Взгляни-ка, у его ног. Точили камень. Да, им они разбили ему голову. Правда? Фу. Синдри его ищет. Ну, у разбойников свои критерии. То, что не блестит, нельзя съесть или выпить, сойдет в качестве тяжелого тупого предмета.
Даже жаль, что они слабые. Странно, да? Трума! Что это значит? Слушаюсь. Тут сказано «самозванец». Тут везде такое написано. Еще карта. Здесь должно быть что-то ценное. Сын. Ладно. Тут свиток. Это написал сын. Ух ты, как много-то. Отец, прости меня. Угрызение совести. Сожалею о содеянном. Лучше бы он подумал до, а не после. Не пришлось бы локти кусать, так? Ну да. Хорошо бы отнести это его отцу. Хранилище. Go!
Не знаю, что они тут делают. Вы случайно не нашли камень? Нашли мы твой камень. О, чудесно! Необычные пятна. Им одному разбойнику башку раскололи. О, чудесно. А это вам за труды. Скорее бы испытать новый камень. Вид у него не очень, но он так и пульсирует магией. Я остался без камня, когда его у меня одолжил брат. Он на него плюнул. «Космаски!» — сказал он. Я не стал просить его вернуть. Ну, чем могу служить. Есть еще разговор?
здесь есть на что посмотреть. Гляди в оба, сын! Что вы снова здесь ищете, тупицы? Хотите украсть мои сапоги и одежду? Мы нашли твоего сына. И его тоже предали. А еще нам попался его дневник. Твой сын жалел о том, что убил тебя. Ха, и зачем бы мне это? Как он умер? Погиб в бою? Рядом с ним были 4 обезглавленных трупа. Ха. Меч Вандрида всегда был остро заточен. Этому он научился у меня. Он подлый ублюдок, но... мне легче от мысли, что сейчас он в Вальхалле. Спасибо. Мы помогли ему. Я рад, что мы вернулись. Этот вор недостоин душевного покоя. Ну и пусть. Все равно помогать другим очень приятно. Даже мертвым. Ты весь в свою мать.
Хорошо. К делу. Здесь есть на что посмотреть. Юный Атрей, чем могу служить? Чего изволишь? Все, что угодно, юноша. Вообще носил. Секрет любого ремесла в мелких деталях. О, я вас не забыл. Наверное, тебе нравится работа моего брата. И очень зря.
Атрей, ко мне! Я иду, иду! Ну вы посмотрите, кто пришел. Поболтай-ка с кольцом. Что? Я не слышу мысли колец.
Оно говорит! Это Андвари! Ха! Я знал! Он отправился в шахты Велунда, чтобы узреть свою ошибку? На него напал душеед, и, умирая, Андвари успел заклятием переместить свою душу в это кольцо. А потом... А где он припрятал добро? У Андвари была мастерская с самыми разными прибамбасами и навороченными инструментами. И среди них такой молот. Так вот, пусть скажет, где молот. Ты его обижаешь. И что? Берите-ка Андвари и сходите прогуляйтесь туда. Если найдете его молот, я вам такое смогу отковать. Погоди, вы входной камень-то не забудьте.